Когда заходит речь о покупке портативного аудиоплеера для прослушивания музыки, на уме всегда три имени – Остен Керн, Шанлин и Фио. Все они лидеры по производству аудиотехники. И сегодня у меня на обзоре один из представителей топового сегмента Шанлин M6 Pro. За свои 30 лет существования компания Шанлин научилась делать качественные аппараты. M6 поставляется в элегантной коробке с фактурой под кожу, что добавляет чувство премиальности еще на этапе распаковки. В самой коробке помимо плеера можно найти несколько необходимых аксессуаров, такие как качественный USB кабель, несколько пленок для передней и задней панели плеера и пары салфеток для очистки дисплея при поклейке. Сам плеер изготовлен из металлического корпуса и обрамлен изогнутыми стеклами как на задней, так и передних сторонах. Внизу можно найти порт Type-C для зарядки и подключения к компьютеру в роли внешнего ЦАПа. А при отдельном переходнике можно и подключать к стационарному ЦАПу в роли источника сигнала. Также на нижней панели расположили аудиовыходы на все случаи жизни 3,5, 2,5 и 4,4 мм. На правой стороне находится колесико громкости, который выполняет функции кнопки включения и пробуждения. Немного выше расположили светодиод, который сигнализирует о низком заряде батареи и о качестве аудиокодека Bluetooth при беспроводном подключении. На левой стороне расположились три кнопки переключения треков и слот для карты microSD. Экран плеера – это та же матрица от Sharp размером 4,7 дюймов, которая использовалась в предыдущем M6. И это, пожалуй, одно из лучших решений для плееров в плане размера, качества и яркости. Так как более крупные экраны бессмысленны, ведь нам с вами важно время автономной работы плеера. Благодаря скошенным углам, плеером комфортно пользоваться одной рукой, как для правши, так и для левши. К тому же, каждую из кнопок можно выключить, чтобы она не была активна при выключенном экране, так как при использовании плеера без чехла можно случайно накрутить громкость на максимум, пока засовываешь плеер в карман. Интерфейс плеера построен на базе полноценного Android, благодаря чему можно установить всевозможные стриминг-сервисы, интернет-радио и сторонние плееры. А для достижения большего качества достаточно выбрать режим Prime Mode на верхней шторке управления, и многие функции Android отключатся, и вы используете только плеер Шанлин, что также продлевает время работы и улучшает качество музыки. При аккумуляторе в 4000 мА и подключении по 3,5 мм, плееров в среднем хватает на 12-13 часов, а при балансном подключении около 9 часов. Как и положено топовому устройству, будучи оснащенным двумя чипами AKM4497EQ, звук плеера получился с фирменным характером Шанлинга. Одна из заслуг фирменного звука – это высококачественные компоненты. Конденсаторы поставляются двумя японскими фирмами – Elna и Panasonic, хорошо известными качеством своей продукции. Конденсаторы этих производителей используются в стационарных аппаратах high-end уровня фирмой Acuphase. Поэтому можно понять, как Шанлинг заставил играть популярный чип так музыкально и приятно. Звук можно описать как мощный, с хорошим динамическим диапазоном, чем-то сдержанным, но самое главное – не крашеным. Плеер не заполняет звуковые пустоты ненужной цифрой, артефактами и чем-то искусственным, чем грешат другие производители для достижения эффекта вау при первых 10-15 минутах прослушивания. Но чем дольше слушаешь этот плеер, начинаешь все больше и больше получать эмоции от подачи именно такого звука. Звук, который не уходит в кристально рассыпчатый верх и при этом не уходит в грубый зубодробительный низ. Это звук, который одновременно точный и деликатный, и при этом обладает фирменной бархатистостью. И при прослушивании плееров других производителей уже не хватает бархатистости в звуке. Благодаря мощному балансному выходу 600 мВт, плеер способен прокачать полноразмерные динамические и даже изодинамические наушники, так чтобы не вяло шелестели, а выдавали молниеносный удар на динамических ценах. А так как этот плеер на Android, то можно воспользоваться современными технологиями. Bluetooth модуль Шанлинга оснащен поддержкой всех современных кодеков, вплоть до таких, как aptX, Adaptive и LDAC, для подключения беспроводных наушников и колонок. А для домашнего прослушивания можно стримить музыку прямо по сети на сам плеер и не тратить время для заливания треков на карточку. Несмотря на Google сервисы и Android, производителю удалось сохранить качественный звук и создать универсальный плеер для разных случаев жизни, как для прослушивания в домашних условиях, так и в дороге. Уже не терпится ознакомиться с новинкой Шанлинг M8, который в скором времени появится в наших салонах SoundMag. А послушать и купить плеер Шанлинг M6 Pro вы можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Одессе и Днепре.